Центральный банк России имеет возможности для снижения ключевой ставки. Об этом на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Глава регулятора отметила, что сейчас есть пространство снижать ставку, опираясь на низкую инфляцию. Следующее заседание Совета директоров Центробанка по денежно-кредитной политике состоится 24 июля. Чего в складывающейся ситуации ожидать тверитянам и какие возможности для сбережения и накопления своих средств у них существуют, об этом в следующем сюжете. С учетом динамики инфляции, ключевая ставка Центрального банка России будет снижена на 25 базисных пунктов. Такие ожидания высказывают специалисты кредитного потребительского кооператива «Элькоммерс». Как отмечают эксперты финансовой организации, в текущем году ключевая ставка снижалась неоднократно. И с учетом того, что уровень инфляции в ближайшее время будет ниже ожидаемого, давление регулятора на понижение ставки сохранится. Все знают, что в секторе кредитной кооперации процентные ставки они выше банковских. Но они также напрямую зависят от ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. И вот в настоящий момент максимально разрешенная процентная ставка, исходя из нормативов Центрального банка Российской Федерации, составляет 8,1% годовых. Это значит, что у жителей Твери и Тверской области есть хорошая возможность не только сберечь, но и приумножить свои средства. Для этого достаточно стать клиентом кредитного потребительского кооператива «Элькоммерс». Это выгодно, надежно и удобно. На сегодняшний день специалистами КПК с учетом тенденций на финансовом рынке и пожеланий пайщиков разработана новая линейка сберегательных программ, которая отвечает всем необходимым требованиям. А требования эти – максимально возможная процентная ставка, возможность выбора срока размещения денежных средств и обязательное страхование. Аналитики кредитного кооператива «Элькоммерс» рекомендуют жителям Тверского региона, которые хотят сохранить и приумножить свои сбережения, определиться в выборе личной сберегательной программы. Например, программа премиальная на 365 дней под 8,1% годовых. В копилке на 400 дней также под 8,1% годовых. И все застраховано. Но и это еще далеко не все. Фаворитом является сберегательная программа «Стабильная» с возможностью сохранения максимальной процентной ставки на длительный срок, независимо от того, произойдет ли падение ключевой ставки. Мы рады видеть вас в наших офисах с понедельника по пятницу с 9 до 18.00. Офисы кредитного потребительского кооператива «Элькоммерс» работают по следующим адресам: проспект Чайковского, 84А, а также улица Андрея Дементьева, дом 23, помещение 6, офис 1. Сделайте правильный выбор для сохранения и накопления своих денежных средств.